Для ведения на практике новой модели эпидемиологически безопасных закрытых спортивных занятий и соревнований по всей Латвии происходит реализация пилотного проекта, в рамках которого специальные проверочные тренировки проводят детско-юношеские группы по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку в ледовых залах. Такие занятия проходят и в Даугавпилском ледовом дворце, где одновременно на лед могут выходить не более 20 персон, включая юных спортсменов и тренеров, которые могут заниматься не дольше одного часа. Данный формат проверочных тренировок необходим как для получения информации от разных ледовых холлов, так и для восстановления навыков катания на льду. До этого момента отрабатывать спортивные движения зачастую приходилось на открытом воздухе. В настоящий момент планируется, что воспитанники спортивных школ приступят к полноценным занятиям с 5 июля. Стоит заметить, что занятия в ледовом дворце теперь могут проходить в более комфортных условиях. Во-первых, были починены холодильные установки, позволяющие поддерживать лед в хорошем качестве. Во-вторых, совсем недавно старые светильники были заменены на новые LED-лампы, способные работать в четырех режимах – стандартном, экономичном, режиме мероприятий и для проведения профессиональной видеосъемки. Учитывая улучшение ситуации с COVID-19, руководство Ледового дворца не исключает, что совсем скоро в холле может возобновиться публичное катание с ограниченным количеством человек. Больше информации можно получить по телефону 654-57-925. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.